И сегодня президент России Владимир Путин наградил президента Александра Лукашенко орденом Александра Невского. Этим орденом награждаются видные российские и зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в сотрудничестве с Россией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии. Орденом Александра Невского награжден Лукашенко Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь. Наши отношения к вам знаете хорошо. Но я бы хотел все-таки сказать еще раз, что без вашей активной, открытой позиции по сближению Беларуси и России не было бы не только союзного государства, хотя много еще там предстоит сделать, но точно совершенно не было бы и единого экономического пространства, не было бы нашего Евразийского союза, в который уже не только Беларусь, Россия, но и Казахстан входит, и еще две страны к нему присоединяются, уже фактически являются полноправными членами нашей организации. Это огромный, созидательный, очень нужный для наших людей процесс. Большое спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Теперь мой небесный покровитель, этот небесный покровитель, будет, надеюсь, меня защищать еще больше. Спасибо.